Да, кабан, кабан. Вообще! 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 Этот пепел спасает вас от всего. Вот он. Лавки его и везде, чтоб не было мозолей. Сапоги. И тогда без носков будете ходить. Вот так вот. Болотнички, стелечки. И просто кидаем туда их. Вот так вот. Все. Чтобы не было мозолей. Чтобы тело не болело. Не болела голова. Чтобы тело не болело. И просто вот так пепли хорошо промазываем. Пепел убираем. Болотники обязательно. И больше всего у вас там грязи не будет. Просто вот это все чистое, чистое золото. Набираем просто с угольками. Совсем. Там просто простой процесс. Вода щелачивается, становится мягкой. И мозолей никогда нет. Все стельки просто промазываем. Вот. В зале. Ну, если вы, конечно, охотник, вам это делать нельзя. Зверь вас будет чувствовать. Если вы рыбак, то это грибник, то это вполне. Вот камень еще горячий. Вот. Также берем ноги. Галошки берем. Вот они. Уже замочились у нас. Концы. Просто берем и ногу достаем. И просто берем. Так ставим. Вот. И промеж пальцев все промазываем, все аккуратно. Тогда вы будете настоящий охотник. Вот так. И не будет у вас мозолей. Посмотрите. 14 день в тайге. А мозолей, нога. Без мозолей. И как будто на новенькое. Маленький кусочек бриста. Ребята! Я в Вейдерсах! Наконец-то сбылась моя мечта! Вот. Это просто сказка! Рыбаки, слушайте и запоминайте. Я всегда сухой! Всегда! Хомяк! Хомяк, да! Привет! Ой! Да! Вот он таймень! Видите? Вот он идет! Стоит красавчик! Вот он! Вот он! Какой красивый. Краснохвостый. Он гад мне, блин, спиннинг сломал. Ты говоришь, стоит. Да, а точно спиннинг-то сломан. Ёлки-моталки. Вот такая вот штука. Сейчас отпустим. Сейчас отпустим. Живучие, но они. Живучие. Молодцы. Хозяева. Хозяева рек. Вот он. Аж-то какая. Красивая. Ловится на мышь, мышь тоже видите. Ну, давай. Пошел. Пастух, пастух тугунов. Смотри, даже не боится меня, а? Ну а что тебя бояться, ты уже свой человек. Смотри, да, да, да. Видно, да? Да, конечно. Ого, ого. Осторожненько. Эх ты. Ого! Где таймень? Да таймень, конечно. Тут я смотрю, что-то ленок-то. Ну что он стоит-то, а? Ну что? Что-то делать надо. Ты на берег уходи. Ну что он стоит? На берег уходи. Быстрее, сына, для тебя держу. Бегом, видишь, какой таймень. Ох ты, да. Это поболе будет. Это больше. Поболе. Поперек стоит. О, нифига. Видишь, прям поперек прогнал. Да, да, да. Видишь? Да, да, да.
Тихо. Опять сломаешь. Альфат, опять? Да, ты уже сделал. Вот он. Давай, хлещи, делай, да и все. Четко делай. Ни хрена себе. Да, кабан. Вообще. Да. А вот это американские лабуды. Вот видите, ноги остались только. Вот был человек и нет человека. И он просто усох. Человек туда залезет. И будет просто отдыхать. Все верно. Давай, бери. Папу было и нет, вот так еще вот так снизу и вот так смотри, во, видишь? Хороший, но два вообще, это чемпионский. Поднимаешь, Шаир? Не бойся, вот, Ленька. Смотри, да, я тебе сейчас научу. Вот так снизу. Рассказывай, что там, как твои ощущения? Как по жопе. Давай. Выше удочку, вот так. Выше. Да нормально. Надо общика. Давай. Работай удочкой, вертикально удочку. Вот. Красиво пошел. Давай, вытаскивай. Первая стая. Офигеть.